Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мечи и души Never Seen». Так, забежим с вами быстренько в таверну и посмотрим, сколько здесь. 5 дней, 1 день осталось и 3 дня. Хорошо, мы еще немножко с вами потерпим. Так, у кузнеца мы ничего, наверное, приобрести пока не сможем. Ну, в общем, ребята, отправляемся тогда с вами, как вы помните, на главу 4 «Нападение пиратов» у нас здесь происходит. Так что давай посмотрим. Так, команда панцирных, ты понял? Вот так-то вот. Ага, давай, наверное, вот так вот сделаем по-быстренькому. Можно даже еще 3 стрелы запустить. Так, ребята, это у нас, по ходу дела, какая-то черепаха, судя по всему, да? Так, мы с вами щит применили. Не тут-то было, черепашка. Так, нам можно, ребята, с вами повысить немножечко атаку. Я думаю, что это будет даже очень хорошо. Так, добили. Найден новый враг. Ага, понятно, будем знать. Давай, наверное, применять все, что у нас здесь есть. Так, тихо. Да, ребята, как вы помните, мы отражаем с вами не полный урон, а только лишь какую-то определенную часть, потому что у нас с вами нет щита. Был бы у нас... О, новый уровень я получил. Был бы у нас щит, мы бы отражали бы полный урон, а так ничего подобного. Так, добили. Классненько. Так, что у нас вот? Еще, ребята, одна черепаха. На 306 ей прилетела. Так, давай-ка попробуем, наверное. Оп. Кисло, ребята, на самом деле. Кисло все получается. Урон я все равно по-прежнему получаю. Так. Тут еще, как вы можете заметить, очень много будет волн. В данный момент третью только прошли. Еще две впереди. Так, давай-ка мы вот так вот сделаем. Немножко, ребята, укрепим себя. О, хорошо бомбим. Так, давай щит поставим. Так, успеем ли мы это все с вами провернуть? Так, провернули. Ну, добили одну черепаху. Я так понимаю, тут еще будет, наверное, да, король черепах, судя по всему. Почему-то мне так кажется. Я, конечно, не уверен, но судя по тому, что у нас тут черепахи или же крабы, то кто-то из них стопудово будет. Бам! Давай так попробуем. Ага. Так, слушай, ребята, можно немножечко нам подхильнуться капельку, да? Давай-ка сделаем это дело. Хотя, может быть, я и зря сделал на данном этапе. Контратака. Добили. И, походу, сейчас у нас, ребята, последний. Ну да, Тургон. Судя по всему, это, ребята, и есть тот самый король черепах. 3 ляма у него здоровье. Так, давай. Можно его, в принципе, немножко, наверное, промахнулся он. Так, ну, 306 тысяч, ребята, у нас урон. Это максимальный, который я могу, наверное, выжать из себя. Так, хорошо. 306, да, как ни крути. Контратака пошла далее. Эх, Тургончик, Тургончик. Я, конечно, попробую сейчас контратаку сделать. Ух, вот это вот, ребята, это больно на самом деле. Так, ну что, добивочный? Нет, пока еще не добивочный. А вот теперь, наверное, да, сейчас будет... Да что ты, мы будем бомбить его сегодня. Да, ребята, мы подбили. Жалко мне этого Тургона. И мы с вами получаем... Воу, первые золотые монетки, ребята. Почему первые золотые монетки? Они у нас раньше были. Что-то я не то говорю. Так, давайте, наверное, мы зайдем с вами к кузнецу и докупим. Вот, кость дракона — это оружие дальнего боя. Потому что у нас с вами ни лука, ни метательного оружия лучшего нету. Знаете, духаты меня не заботят. Я хотел делать свою работу бесплатно, но меня отчитал Хоббс. Он сказал, что это нечестно или вроде того. Ха-ха. Да никто и не против, зарабатывай, господи. Так, что у нас тут, ребята, одно очко есть, да? Давайте-ка мы с вами что-нибудь улучшим. Так, шанс не потратить заряд уклонения при уклонении. Ладно, это понятно все. Шанс совершить внезапную атаку до своего хода. Что бы нам такого с вами выучить? Итак, зависит от типа оружия, это все понятно. Отторгающий увеличивает урон в ближнем бою при контратаке из блока. Угу. Ну, давай, наверное... Давай, наверное, вот это, ребята. А, не могу, тут нужен платиновый ранг. Здесь тоже, да? Ну, тогда будем с вами изучать то, что не изучено, господи. Вопрос-то, как говорится, на копейку. Так, здесь берем вот этот лук и вот это вот клык дракона. Это метательное оружие у нас. Так, по кольцам у нас что, все пока хорошо?
Удочка, клевер, кстати. А, у нас все равно не хватает денег, да? В домике я пока ничего не хочу строить. Дайте-ка мне зайти, наверное, вот сюда и посмотреть. Есть у меня, да, у меня есть тут немножко денег. Скармливаем наш весь клевер этому грибочку. Так, спасибо тебе за денежку. Слишком щедро с твоей стороны. Так, все, закончилось, да, у нас? Закончилось. Открыть кассу, сколько там нужно вложить? Ох, ё-моё, 786 платиновых монет. А у меня не хватает, это понятное дело. Так, зайдем с вами не в таверну. Хотя можно и в таверну. Берем джина, нанимаем. А, приветствую, Рэй. Я усиленно тренируюсь на случай, если вы снова попросите моей помощи. Я опробую новое заклинание. Сегодня! Я надеюсь, и хотелось бы, чтобы ты меня не подвел, дорогой. Так, затариваемся, затариваемся. Так, а тут ребята, суммы-то уже какие. Ух, ух, книжки, заметки, Бибу. Вся правда о пальцах том 2. Это, я так понимаю, ребят, я еще одно кольцо смог бы носить. Если хотите знать, как работает яд, он наносит средний урон от атак в ближнем бою, в дальнем бою и от колдовства. Откуда мне знать? Вас это не касается. Ну, это истеричка-то, господи. Ладно, меня это не касается. Что у нас тут? Так, 450 очков, ребят, я не знаю. Давайте, наверное, мы с вами на защиту все это будем сливать. Возможно, защиту, когда прокачаем до платинового. И начнем, наверное, на ближний бой. Может быть, ловкость будем качать. Хорошо. Ну что, отправляемся с вами далее. И у нас тут два уровня открыты. Банда уцелевших и песчаные свинорылы. Слушай, мне хочется посмотреть на песчаных свинорылов. Я думаю, вам тоже. Давайте посмотрим, что это за олухи такие. Так, ух ты, действительно свинорылы. Давай их накумарим помаленечку. Так. Отравили. Так, на кого он будет батон крошить? Ага, он отражает, ребята, магию. Вы поняли? Надо быть... А, ты посмотри, а зачем я сюда тогда взял, извините меня, джина? Если он будет... Нет, вот сейчас нормально все, не смог он ничего отразить. Новый враг найден, спасибо большое. Так, свинорыл, пошел-ка бы ты куда-нибудь, а? Вот так вот, ребята, оглушим его и будем уже здесь расчекрыживать по полной программе. Никаких шансов ему здесь на выеживание не дадим. Почему он отражает, ребята? У него, видимо, иммунитет к магии. Почему-то мне так вот кажется. Могу ошибаться, могу заблуждаться, но вот именно такое у меня складывается впечатление. Попал, гаденыш, все-таки, а? Отражено, и все, хоть ты тресни. Так, ну, найден новый враг. Так вроде же был такой свинорыл. Почему найден новый враг, если мы его все время находим? О, на 124 сейчас был выстрел. Вот это классно. Так, кого? На джина, да? Ну, хорошо. Опять отражено. По-моему, ребята, действительно, у них иммунитет к магии. Хотя такая вот вроде бы пробивает его. Странно. Так, хобана. Видите, да, что происходит? Ну, выстрел. Сейчас, ребята, будем, наверное, вот так вот применять с вами. Промахнулся олух. И ты на меня, что ли, тут? Ладно, пока это сосунки. Ничего сложного в них нету. Одному сейчас, наверное, придет. А, нет, он на джина пошел. Господи, что ты делаешь? Так, он отравлен, да, он у нас отравлен. И сейчас ему хана. Джин, стой, не падай у меня, родной. Ну, так, молодец, добил одного. Так, а мы сейчас вот этого, ребят, с вами застанем, наверное, да? Ать. По джину бомбит пока в данный момент. Так, давай выстрелим в него. Ну, пока он оглушен, я думаю, вдвоем мы его сейчас расчекрыжим здесь моментальненько. Давай еще вот этот вот фаербол огненный, хотя... Нет, понадобится. И я. Ну что, опять, это вот, ребята, последний свинорыл и свинорыл. Два свинорыла, господи. Так. Можно даже, ребята, выпить пробирочку, но я не буду пока. Я думаю, в этом нет надобности, да? На усиление атаки. Мы справимся с ними и так, скорее всего. По крайней мере, верхний сейчас точно отдуплится. Ха, отражающий, нифига. Отразили, ребята, мы с вами копишка-то в этого свинорыла обратно. Все, один допрыгался. И, я так понимаю, ребята, это у нас последний остается здесь. Ну. Так, если что, у нас есть... А, можно отравить даже.
Можно даже его маленечко травануть, если понадобится. Хотя, ребят, не понадобилось. Все, мы прошли с вами этих свинорылов. Ничего сложного здесь не было. Клевер, деньги. Все как... Оу, ребят, наконец-то у нас вот эти вот рубинчики с вами пошли. И смотрим дальше, что у нас тут. Союз панцирей. Я так понимаю, это опять черепахи, да? И банда уцелевших почему-то один. Ну, давай, наверное, сразу же на горяченькую пойдем на союз панцирных. Так, ну да, я так и думал, ребята. Начинается опять с этих черепах. Сейчас мы их быстренько расчекрыжим. Можно даже вот так вот бомбить по ним. Ну, нифига себе, да? Как это обычная черепаха у нее. Ребята, лям здоровья. У простой обычной черепахи. Вот что я хочу сказать. Ну. Давай, вот, все, добили. Так, ну тут всего 4 волны, так что... Ой, крабик появился, не запылился, родной наш. Давайте следующий удар, наверное, будет у нас, ребята, оглушающий, да? Мы в стан загоним. Так, подожди, бомбим. И теперь уже будем бомбить спокойненько, чтобы он нас не трогал. Чтобы у нас все было хорошо. Безболезненно. Во, неплохо Джин вот сейчас вот именно по ним наносит колоссальный урон, почти по 200 тысяч. Так, а здесь у нас что? Свинорыл и тургон. Поэтому, ребят, придется, наверное, нам сделать массовую атаку. Не тут-то было. Так, на Джина. 194 тысячи. На-ка. Слабо как-то. Слабо почему-то прошло все у нас это дело. Ать. Ну что, Тургон, по-моему, тебе сейчас будет ханарики. Нет, он еще поживет. А хотя, подожди-ка. Так, не отравили. Если бы у нас была бы отравляющая стрела, ему бы все, ребята, была бы фишка. Елки-палки, я реагирую, как будто сейчас в меня это копье полетит. Но лучше, как говорится, ать, а вот сейчас вот я немножко сплоховал. Это у нас какая, ребята, волна? Это предпоследняя, да, получается? Это предпоследняя, значит, еще будет какой-то у нас ферзь. Кто он тут? Опа, так, секунду. Дай-ка, ребят, на всякий случай еще подкреплюсь. Надо вот так вот все здесь активировать, все, что можно, абсолютно. Так, бедный Джин, на него все пошло, да? Пошло все на него. Так, это мы с вами подкрепили здоровье и начинаем потихонечку бомбить. Так, оглушили. На 152 тысячи был сейчас урон от этой черепахи, от Тургона. Вот единственное, что Джин мне здесь, конечно, ребята, никак не поможет. Потому что почему-то вот у этого ханорика иммунитет к магии. И с этим ничего не поделаешь. И у Джина, как мы видим, очень, ребята, мало здоровья. Все. То есть сейчас эта вся шайка-лейка пойдет на меня. Опс, минус один, хотя бы так, ребята. Так, подожди-ка, что мне не нравится совсем, как у нас вот идут дела. Здоровье 3 ляма, да, с чем-то. Вау. Погоди-ка. Давай, наверное, вот так сделаем. Тут бы выжить. Вот что я сейчас думаю в данный момент. А получится ли у меня? Слушай, хочем, не хочем, а надо как-то делать. Главное Тургона убить, остальное все ерунда будет. Отражено. А как он, интересно, отражает-то, а? Так, ладно, здесь мы сделаем так. Давай-ка попробуем, ребята. Контратака. Отравить сейчас я попробую. Не знаю, получится, нет. Так, и 196 тысяч. Все, ребята. Завалили мы черепах с вами. С горем пополам. И остается у нас крабик. Ну, крабик-то ерунда, на самом деле. Вот и все. Делов-то на копейку. Ну, Джина, конечно, быстро мне здесь расписали. Ничего не могу сказать. Забираем все, что здесь накопили. Продолжить. Так. Видали? Я видал, Джин. Против заклинания гром они ничего не смогли сделать. Ха-ха-ха. Да. Пришлось прибегнуть к колдовству. Причем специально. Я видел, Джин, как они тебя разобрали. Не надо свистеть, что против твоей молнии грома никто ничего не мог сделать. Как раз-то они... Иммунитет у них был, елки-палки. Так, что у нас тут, ребята? У нас открылось очень много миссий. Дайте-ка я зайду сюда. Для начала.
Так, стравим вот эти вот все клевер, которые мы с вами собирали. Угу, давай-давай. Хорошо. Новый уровень, замечательно. Так, забираем вот это вот. Открываем кассу. Вот так вот вложим деньги. Так, а здесь у нас все идет, как мы хотели с вами, на защиту. Господи, нам еще качаться и качаться. А у нас с вами 3,51 рубин, да? И я думаю, что на рынке сможем мы что-нибудь с вами приобрести. Так, мы можем, ребята, золотой клевер. Так, заметки Бибу. Давай золотой клевер мы с вами, наверное, сделаем. Это повисит шанс найти клевер. Я понял, это уже было. Так, хорош. Давай, как там его приобрести-то? Вот, золотой клевер. Так, кольцо пламени. 15 шанс наложить ожог атакой в ближнем бою. Угу. И заметки Бибу. Вся правда о пальцах. Вот здесь, конечно, хотелось бы, ребята, но это 9 вот этих самоцветов нужно найти для начала. Ладно, ничего страшного, все это найдется у нас. Так, у меня, ребята, незнакомец Кат. Незнакомец. Кто-то говорит, это незнакомка. Я говорил, ребята, как тут написано? Незнакомец, а не то, что я незнакомка. Незнакомец написано, я и называю незнакомец. Помощь нужна, да? А, ну, ведите, радость моя. Ведите, радость моя. Ведем. Так, мы с вами перейдем, наверное. Погоди-ка, что у меня тут светится? А, колечко то, что мы новое взяли. Наложить ожог атакой в ближнем бою. Так, 20 к здоровью. 20 к здоровью, наверное, уже и не нужно. Хотя нет, пускай остается. Пускай остается. Ладно, ребят, давайте глянем. Так, у нас здесь очень много. Легендарные охотники. Усмирители панцирей. Так, я думаю, что нужно нам легендарные охотники. Скорее всего, их навестить. Давай посмотрим, ребята, кто здесь такие. Ох, ё-коломане, действительно какие-то. Кто такие-то, ребят? Маг, я так понимаю, да? Блин, у них доспехи прикольно смотрятся на самом деле. А, так они... Опа, я увернулся вроде бы, да? Так, ну, по-моему, нормуль пока все проходит. Сколько? Йоу! Ребят, по-моему, я, по-моему, погорячился сюда, сунувшись-то. Ты посмотри, у них... Да... Слушай, я даже не знаю. Давай, наверное, уйдем на карту мира. Наверное, немножко закупимся с вами. Легендарные охотники. Офигеть, чувачки. Что-то мне подсказывает, что у меня не получится с ними сразиться. Чего-то не хватает-то. А, понятно. У нас еще, ребята, и денег нету. Слушай, давайте-ка мы с вами, наверное, немножечко тренировочки сделаем. Совсем капельку, да? Я думаю, что мы сможем, наверное, добить с вами защиту на платиновый ранг. Так, ну что, друзья, я получил себе ранг платина в защите. Новый уровень, даже не один, судя по всему. Вау! 79-й и 79-й максимальный, ребята. Так, у нас 2 очка с вами, так что давайте потратим. Так, сколько там? Длительность 8 ходов. А это что у нас такое? Дает шанс, что эффект исцеления для щита, или щита частично распространится на... Куда распространится на? Непонятно. Так, ну что, я думаю, наверное, вот это вот... А, нет, ребята, это у нас только лишь в защите. Отторгающий. Давай, наверное, вот здесь вот тоже повысим с вами. И все на этом. Фух, конечно, хотелось бы, ребята, наверное, еще и атаку, а может быть даже уклонение провести в платину, но не сейчас. Это все будет попозже немножечко. Так, что у нас там, ребят? Так, погоди, я не собирался здесь ничего прокачивать, просто мне нужно улучшить лагерь свой. Опа, нормуль, хотя бы тренировка будет лучше. Так, ну что, давайте, ребята, здесь скормим. 12 клевера я набил, и это классно, между прочим. Так, нам пробирка досталась на халяву. Так, монетки, это все очень хорошо. Так, еще одну пробирку, две пробирки уже. А почему только такие дают? На здоровье мне не дали, да, на отхил? От голубчики. Так, что у нас тут? Опять, ребята, что-то новенькое. И я думаю, что все-таки надо нам в атаку все это вливать. Потому что защита защитой, да, но нужна еще и атака, соответственно, чтобы мы могли дамажить довольно неплохо. Так, ого!
Ничего себе, мы тут заработали с вами. Так, теперь мы идем на рынок, где я должен закупить все пробирки на хил. И теперь, я думаю, можно смело отправляться на легендарные охотники. Или все-таки загнанные свинорылы. Давайте, наверное, загнанные свинорылы, потому что охотники легендарные, ну это что-то вообще какой-то перебор на самом деле. Так, проверим, как у нас тут сейчас пойдут дела. Опс. Да-да-да, ребята, это был неблокируемый удар, поэтому мне пришлось уворачиваться. Но, так, три волны здесь у нас будет по свинорылам. Так, нападение на кат. Сейчас мы его добьем. Ну что, свинорыл, все, наверное, пока. Да, елки-палки, как долго тебя бомбить-то надо. Так, свинорыл уже, ребят, с копьем у нас здесь. Опять же, ничего страшного нет. Интересно, почему он все-таки отражает магию? Мне вот этого непонятно. Так, выпустим в него сейчас стрелу. Оп. Так, бомбанули. На тебе. Отразили. Копишка ему обратно в лицо. Так, что он там хочет? Нет, парнишка, не в этой жизни. Так, а вот здесь уже нужно, ребята, применять массовые атаки. Даже тот же самый стан. Он никогда не будет... Оу! Да-да-да, был неблокируемый удар, поэтому, ребята, я вовремя успел увернуться. Так. Вау, бомбанул ты. Не по-детски, на самом деле. Дай-ка я, наверное, себе усилю, ребята, с вашего позволения, атаку. Потому что, ну, это не дело. Нам нужно как можно быстрее его убить, вон того крайнего, да? И атаковать уже самого главного. Вот это вот. Дудки тебе! Ну? Так, сколько у меня там было? 4 с лишним миллиона, ребята. Да он достал уже своей супер вот этой атакой-то, если честно. Может, успокоишься? Надо его, ребят, застанить. Вот что я знаю. Давайте попробуем его... Так, контратака. Ну, в принципе, здоровья у него не так уж много. И осталось 2 миллиона. Конечно, хотелось бы его застанить, если честно. Но пока не получается, ребят. Так, траванули маленечко моего. И думаю, что сейчас уже будет все хорошо. Мимо, гаденыш. Ну ты-то куда еще, пройдоха, лезешь-то из-под тишка-то, а? Вот скажи мне. Скажи мне, пожалуйста, свинорыл. Куда ты тянешь? Так, ладно. Все, пора завязывать уже с этим чувачком. Так, давайте щит поставим себе на всякий случай. Ну, активировать-то будем сегодня или нет? Так, активировали, отлично. Не попал, олух. Контратака. А почему-то контратака не сработала сейчас в данный момент, видели? Отражено. Все, шваркнули мы этого говнюка. И остается обычный свинорыл, который, в принципе, ребята, ничего страшного для нас не представляет. И мы его сейчас быстренько расчекрыжим. Так, 32 тысячи здоровья. Я уже даже сопротивляться здесь не буду, потому что все. Потому что мы его подбили. Так, смотрим, что нам здесь выпадает. Да ничего хорошего. Так, слушай, ну уже рубинчиков-то сколько, неплохо. Так. Эхе-хе-хе-хе. Пара пустяков. Еще увидимся. Че ты всего на один бой-то, ё-моё. Эй, так нечестно. Я считаю, что это нечестно, ребят, было. Так, затариваемся. Сколько тут нужно? 9, да? Все, правда, от пальцах том 2. 9, чтобы я мог еще носить одно дополнительное кольцо. Давай здесь скормим. Все, как всегда, ребята. Так. И чтобы нам такого замутить. Так, у кузнеца. Так. Буконьер. 22 рубина нужно. Я думаю, что мы сегодня с вами, наверное, насобираем, судя по всему. Так, а здесь у нас вот риц открывается. Давайте мы возьмем именно риц. Нужен мой клинок? Можно устроить. Дадим кому-нибудь в бубен. Естественно, риц. Конечно же, дадим кому-нибудь в бубен. Прям вот сейчас. И для этого нам нужно, я не знаю, может быть, банда уцелевших. Слушай, легендарные охотники. Справимся мы с ними, а, ребята. Мы защиту как бы подкачали с вами. Рискнуть нам, не рискнуть. Давай, наверное, вначале банду уцелевших забомбим. Ага.
Воу, это уже, ребят, пираты. Буконьер. Стой, негодник! На абордаж нас брать будете? Это один из наших последних кораблей, так что вы его у нас не заберете. А я вообще-то и не собирался. С чего вы все время придумываете и навязываете мне какую-то ерунду? Даже и не думал о вашем кораблике. Просто так получилось. Стечение обстоятельств. Вы находитесь не там, где нужно. Вот и все. Так, ну, магический урон у меня, конечно, вообще, ребята, никакой, ни о чем. Из лука еще как-то более-менее, но именно магия нифига не развита. Так, новый враг найден. Так, пират-салага. Понятно. Давай его застанем и расчекрыжим. Несмотря на то, что он салага, у него миллион здоровья. Вот так-то. Вау. Даже рид стравит. Так, мы еще даже немножко у него своровали чего-то там. Так, буконьер. Почему буконьер, а не браконьер? Фиг его знает, ребят. Так, что он тут сейчас будет делать, интересно? На кого? На Риц. Конечно же, все отправляются на Риц. Бомбить именно ее. Приглянулась, да, видимо? Моя героинька им всем. Так, а вот тут надо, ребята, уже массовую атаку применить. Потому что тут и буконьер, и пират салага. Не хотелось бы с ними тут иметь ничего общего. Так, это у нас, получается, предпоследняя волна. И потом уже будут самые главные в конце. Контратака пошла. Ага, был неблокируемый удар. Так, тихонько, что он там? Ать! Нубим потихонечку, нубим. Ну ладно, это простительно. Нет, не тут-то было. Добивочный. Так, и смотрим, кто у нас тут. Вау, буконьер, ну он уже такой большой. Это самый главный буконьер, судя по всему. Что ему надо от нас? Что ему, спрашивается, надо? Не успел я увернуться. Так, давай застанем его. Бум. И уже будем потихонечку здесь разбирать. У него сколько было? 4000 мощей, да? Мощей, здоровья, ну вы поняли, о чем я. Я на всякий случай подкреплюсь. И укреплюсь. Так будем разбирать. О, солидно. Так, у нас есть с вами уклонение, если что. Уклонение и блок. Не тут-то было. Блин, буконьер, почему такой тяжелый? Почему тебя так сложно разбирать? А? Скажи-ка мне, пожалуйста, на милость. Так, уклонение есть, это хорошо. Хотя оно уже, наверное, нам не понадобится, потому что мы его сейчас забомбим. Все. Риц нанесла смертельный удар. И, вау. Так, что-то, ребята, новенькое. Так, буконьер, это у нас грудь. Это бронька, и это классно. Сейчас мы, ребята, обязательно ее наденем. Обязательно. Просто в обязательном порядке. Ух ты, мы что-то с вами, ребята, тут упустили, видимо, какой-то сет брони, что ли, судя по всему. Ладно. Так, сколько у нас? 15 самоцветов. Сколько нужно для того, чтобы нам открыть у кузнеца? Ага, не хватает еще. Так, клевер у нас есть. У нас есть два клевера. Может быть, нам тут подсыпят денег маленечко. Так, деньги дают. И все равно не хватает. И все равно нам не хватает. Так, что ты хочешь мне сказать? О, привет, идете на пляв, да? Ах, если бы вы только принесли настоящий пиватский костюм для арсенала. Было бы просто здорово. Хотя я не совсем понимаю, зачем флот капитана Хардвинда вторгся к нам. Я тоже не понимаю, о чем ты вообще говоришь. Так, ребят, давайте пока свеженькое все у нас и тепленькое будем дальше. Усмирители панцирей. Мне охота, конечно же, на легендарных охотников сходить. Давайте попробуем легендарных охотников, ребят. Сейчас я вот тут подкреплюсь. О, вся правда о пальцах том 2. Замечательно. Так, и давайте-ка мы с вами наденем еще, ребята, одно колечко с вами на руку. Раз такая фишка пошла, да? Бонус к колдовству. Один заряд уклонения. Так, к длительности ожогу. К здоровью питомца. Так, что бы нам сделать? Предотвращает смерть. Один заряд уклонения. Давайте один заряд, ребята, уклонения сделаем. И хотелось бы... Слушай, а где у нас там кто находится? У нас вот карта. Вот она, ребят, карта. И мы хотели... Ладно, после... Да елки-палки, после следующего боя я пойду, ребята, и прихвачу себе какого-нибудь питомца.
Все говорили: Рэй, заведи себе питомца. Обещал уже третью серию, и все никак не заведешь. Ладно, ребята, сейчас будем заводить с вами питомца. Договорились. Но для начала мне нужна ручка и бумажка. Для чего? Для того, чтобы записать шифр. Я, правда, честно говоря. Так, мы сражались плечом. Да, все, я понял, Риц, ты меня покидаешь. Спасибо тебе за компанию. Я очень тебе признателен. Жаль, что она не здесь, не с нами. Жаль, что я не... Что-то я, ребят, пропустил, по-моему, да? Так, идем с вами сюда и посмотрим, что у нас есть. Так, заметки марионета, рыбалка для чайников. Так, как приручить питомца. Три простых шага, да? Найдите флягу, найдите нотную тетрадь и заучите мелодию. Заучить мелодию. Так, кого мы можем с вами приручить? Плюсы инфляции, это понятно. Все, правда, так, в пальцах. Так, вот у нас, да? Отголоски пней, комариное болеро. Слушай, нам нужен, наверное, пенек. Так, и как вот тут вот? Отголоски пней. КВЕ, это... Слушай, а как я тут должен все это сделать? Ну, предположим, да? Так, Q, V, E. И здесь тоже E, Q, E. Все абсолютно одинаково. Каким макаром я теперь, ребята, должен это все делать? Так, подожди. Ну, предположим, давайте, ребята, это для пеньков у меня, да? Где у меня на карте водятся пни? Поехали искать. Ну что, друзья, я нашел пенечки, давайте попробуем. Так, этого мы уничтожим. Так, погнали. Так, если мы успеем с вами, то это будет классно. Если не успеем, то это будет плохо. Так, отлично. Да чтоб ты... Так, давай попробуем. Раз, два, три. Это все понятно. Я даже, ребят, ничего не буду здесь делать. Второй раз. Так, и третий раз. И, я надеюсь, пенек будет с нами. Да, ребята, пенек, судя по всему... Да, я его прихватил. Так, ну, теперь остается лишь посмотреть, как это все дело будет происходить. Как мы его сможем развивать или еще что-то в этом роде. Так. Я думаю, что есть какая-то разница между пеньками, летучими мышами и так далее. Каждая тварь чего-то, да, превозносит нам новенького. Так, ну и где же мне его, ребят, теперь найти, этот пенек, который мы с вами получили? Давай зайдем сюда, посмотрим. Вау! Сад питомцев у нас здесь. И пеня! Я могу, ребята, его скармливать редиску. Я так понимаю, у пенни 112 уровень, что ли? Ты прикинь, у него 112 уровень. Это круче, чем у меня. Так, здоровье 203 тысячи, сила 49 тысяч. Вы действительно? Нет, я не хочу никого отпускать. Единственное, что непонятно, где мне теперь редиску брать. Так, ну что? У нас Риц ушла, да, от меня. Давайте-ка мы с вами зайдем в таверну и возьмем Джина. Привет, да, очень хочу драться. Пойдем. Да, уже без всяких разговоров. Теперь нас, короче, ребята, трое. Я, Пенек и Джин. Давай-ка на карту мира и попробуем с вами вот усмирители панцирей. Попробуем их бомбануть. Так, в принципе, наверное, ничего сложного здесь не будет. Я в это верю. Свято. Давай вот так вот застанили. Оп, пенек-то неплох. На 49 тысяч-то бомбит все-таки. Ну и Джин тут неплох тоже. Он дает, как говорится, джазу. У меня Джин, ой, пенек бьет, как я магией, ребята, бомблю. Приблизительно тот же самый урон. Так, ну что, стрелку хана. Так, мы найдем новый враг. Надо как-то будет подкачать еще вот этот вот пенек. А может быть, еще кого-нибудь с вами найти. Я думаю, что в следующей серии я за кадром, ребята, попробую поймать и летучую мышь. И кто там у нас сейчас? Вульфа. По-моему, больше у нас никого там и нету, да?
И тогда будет прикольно. Единственное, что прокачивать всех их не получится у меня. Так, пенек получил новый уровень, неплохо. Пенечек развивается потихоньку, даже несмотря на то, что он такой вот у меня слабенький пока еще. Мал да удал, я бы так его назвал. Куда ты лезешь? Так, пенек, ой. А по здоровью, конечно, пенечек очень слаб. У него 91 тысяча осталось здоровья. Оп. На дорожку. Эть, пенек, хана ему, ребята. Я надеюсь, он умирает не насовсем. То есть я его могу потом обратно взять? Или как? Как это дело происходит? Так, дай-ка я выстрел сделаю. Так, молния. На 225 тысяч бомбит джин. И это мне нравится. Это очень круто на самом деле. Так, застанем. И уже будем, наверное, потихонечку с вами разбирать, да, стрелка. Ну, операция лага, он на то и салага, чтобы его моментально ухоркать. Так, ну здесь, по-моему, ребята, будет еще, судя по всему, волна. Поэтому давайте подготовимся к ней. Бомбанули. Так. Давай стрелой еще травящий попробуем. Ага, нет, обычная, к сожалению. Ну, пират, салага, успокойся, а, уже, в конце-то концов. На тебе. А вы, ребята, можете написать мне в комментах, какое из животных все-таки лучше. Оп. Какое лучше нам захватывать и каким играть. Конечно, хотелось бы лучше бы застанить, на самом деле. Блин, я боюсь, ребята, сейчас джин свою песенку споет. Все. Он уже, ребят, готов. И, блин. И он погиб. Ох, на 129 тысяч. Да уйди ты отсюда. Давай, ребят, наверное, атаку себе получше сделаем. Потому что мне уже надоело вокруг да около них тут плясать. Так, сделали. Так, ну что, этому крабу, ребят, хана. Это однозначно. Сейчас стрелок вот... Блин, он меня траванул. Воу-воу-воу-воу, надо... Надо, ребят, здоровье восстанавливать. Да что такое? Отражено, отражено, отражено. Все время отражение. На 256 бомбанули. Давай, наверное, мы сделаем так. Застанем. Так, давай, стань. И уже вот отсюда будем, ребята, потихонечку его разбирать. Так. Хорошо. Нам нужно, ребята, вот такую вот пробирочку выбить. Я думаю, что и на усиление атаки. Не хотелось бы здесь фейлиться, на самом деле. Так, я еще выпью вот это вот. Отравили, да? Ладушки. Контратака пошла. Минус этот охламон, ребята. И давайте уже будем, в конце концов, с этим чудиком завязывать. Он уже достал тут, на самом деле. Тем более у меня отравление висит, это не есть хорошо. Да чтоб тебя! 645 здоровья. Ну, ответка. Мы его... Во! Отразили стрелу в него же. И тем самым его подбили. Замечательно. Так, ребята, по-моему, я могу себе купить уже новые доспехи, если я не ошибаюсь, ничего не попутал. Заходим с вами не в таверну, а к кузнецу. Да. Да-да-да-да-да. Давай, радость моя. Фух. Все, как говорится, в копилочку. Так, где у нас тут оружие? Тесак. Где? Вот он. Ух, солидно я теперь выгляжу, да? Остается только еще немножечко. Так. Ну что, ребятушки, наверное, вот на этой ноте мы с вами будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующей выпуске и продолжим бомбить. Тут осталось-то у нас совсем-совсем, ребята, ничего. Я так понимаю, вот это вот на корабле мы там что-то найти должны, да? Как раз к следующей серии все у нас это и будет. Пройдем мы этих пиратов. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. We can sleep under the stars.